Ребята и девчата, я увидел комментарий, самый грязный город на Земле. Прикиньте, я живу в самом грязном городе на Земле, воздух. Смотрите, в реальном времени, это никакая не реклама, 28 января 2024 года, последнее обновление, узнаете самые загрязненные города в мире с рейтингом данным. Короче, ребята, смотрите. Я вообще офигел. Вот зеленый 50, желтый умеренный, 101, 200 плохо, 201, 300 нездоровый, 301, 304. Серьезный, 104, 500 опасный. Смотрите и учитесь. 618. Черногорск, Россия на первом месте. Потом идет казахстанский город, потом Монголия, в Индии города, Сахара города, смотрите. Патха, Индия, Нарьян, Киргизия, Индия, Монголия, Китай, Турция, короче, Мали, Индия, во Франции город. Ай, ужас, я вообще, короче, я пошел, короче, веревку с пылом, беру. Акура, Хана, Пакистан даже есть, Индия, вот смотрите. Это что за такое, смотрите тут. Это действительно в серьезном времени. Черногорск, смотрите, Черногорск. Боже мой. Боже мой, какой-то маленький город с 70 тысячами населения прославился. Ну, крутяк. Всем привет, привет, привет. В данный момент я вам расскажу о своих ощущениях. Я нахожусь в маленьком городе. И вам расскажу свои ощущения, как самый грязный воздух на данный момент в мире. Обошел все страны полностью, все города обошел. Наш небольшой город, городок Черногорск обошел. Все-таки поделиться ощущением. Стоит смог у нас. Есть такая шкала, я сперва не придал этому значения, пока из подписчиков не написали: Игорь, смотри, у вас сам сейчас по шкале самый грязный воздух в мире. Как вообще вот им дышится? Я что-то не понял, думаю, не въехал. У нас маленький городок российский, 70 тысяч населения в городе. Ну, смог постоянно, уже привык к этому воздуху, особенно когда зима начинается. Но когда я начал искать действительно в прямом эфире, ну, нашел, как дышится. Давайте объясню, как дышится, он вообще и выглядит. Мне, конечно, смех, а смех вам, знаете, смех от какой-то безысходности, я не знаю. На данный момент дышится углем, пылью, копотью. Вот это у нас луна находится. Смотрите, мы сейчас посмотрим. У меня яркие прожектора. Вот он стоит, смог. Прожектора на доме идут. Если немного отойти, вот он стоит, плотная дымка смога. Давайте я сейчас вдохну самый грязный воздух и расскажу о своих ощущениях. Самый грязный воздух на Земле. Ну, все-таки какое-то первое место, хоть и не хорошее первое место. Вздохну грудью. Я чувствую уголь. Я чувствую холод, я чувствую мороз. Я чувствую, знаете, запах. Запах гари, вот такой, как идет после угля, после вот именно печки. Воздухом этим не очень хорошо дышать. Как объяснить? Если вдыхать, многие скажут: сыночка, ты вот молодец, ты делаешь контент, нашел на чем пиариться. Но все-таки это какое-то достижение. Я вообще хочу почувствовать все-таки в данный момент самый грязный воздух. Гар дает в легкие.
нет, именно гарь стоит. У нас ветра нет. Это вот такие вот печки дымят. Там горят фонари. Фонарики. Я вот, давайте увеличу. У меня аппарат хорошо берет. Посмотрим мы на смог. Просто смог, как он называется. Просто смог. Это белая дымка. Вот это и есть смог. Ну, а сейчас пойдем посмотрим рейтинг. Так, ничего примечательного нету, но дышать тяжело. Ну, так, довольно тяжело дышится. Тяжело дышится. В общем, о своих ощущениях я вам рассказал. Запах жженого такого, как будто вот печка топится с углем, и она поддымливает. И ты постоянно с этим запахом. Мороз ощущаю, ну и все, в принципе. Куча-куча канцерогенов. Ладно, живем в котловине. Это каждый год такая ерунда. Но все-таки статистику я посмотрел. Да. Я сменил разрешение экрана, мне стало интересно. Может быть, какой-то бредовый сайт? Нет. Действительно, в данный момент на 28 января самые загрязненные города в мире. Ну, смотрите, вот этот АКУЭЛ, не знаю, что такое АКУЭЛ. На первом месте вот Черногорск. Все, Черногорск, Россия, самое первое место. Есть огромное количество разных стран, городов, которые с самыми грязными рейтингами. Блин. Среди десятков тысяч городов всему миру Черногорск первое место. Но мы где-то здесь проигрываем по ПМ-2 какой-то. Не знаю, что за ПМ-2, тоже мало интересного. Занимаем четвертое место. Так, четвертое место. По какой-то мы вот занимаем здесь же. ПМ-2.5. Вообще смешного ничего нету, ребята. Я лежу. Но зато мы на первом месте по АКУЭЛ. Мне ж не просто смешно, мне это не просто смех, это как сказать, это безысходности, что ли, что не выйти подышать свежим воздухом. Да я опешил, я офигел, я вышел, подышал воздухом. Лучше об этом не думать. Переходим в Россию, где зафиксировано. Сейчас посмотрим на данный момент. Так, пишет, говорит. 500, больше 500 на 29 января, час 23. Опасно, пишет. Индекс качества воздуха в Черногорске, АКУЭЛ в режиме онлайн. Смотрим по России. Черногорск, Россия, за 500 зашкаливает, дышать невозможно, выходи и не дыши. На втором месте Белозерске, Россия. На третьем месте 90 Рязань. Смотрите, какая разница. Да я вообще... У меня просто нет слов. Никаких слов у меня нету. А находится, знаете, где вот это опасно? На проспекте Космонавтов. За 500 зашкаливает. Проспект Космонавтов. Это вон от меня 2 километра. Печалька. Вот самое чистое на данный момент в Калуге, в Гатчине. Да. Ну, выделились. Самый грязный воздух в мире на данный момент. Ничего в этом хорошего нет. Пошел я подымлю и поплачу. Реально печалька. Вот это да. Вот это да. Черногорск первое место. Какая там Индия, Пакистаны, Харбины, Китай. Какое там в Китае чистый воздух. Поеду в Китай, там воздух чище. Ничего смешного нет в этом. Это ничего хорошего нет. Да, мышка? 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 Мышка, ты знаешь, что мы чистим? Дышим с тобой самым грязным воздухом в мире. Вот такое достижение. Да, плохое, конечно, достижение. Мышенька.
Ладно, прорвемся. Меньше знаешь, крепче спишь. Если бы кто-то из подписчиков не сказал, я бы и не начал искать. И действительно, когда нашел, удивился. Почему так происходит? Не хотел бы я в этом рейтинге правда состоять. Самый грязный воздух в мире из городов на данный момент. Ужас. Да и только. Когда я зашел домой, сразу начал раздеваться. От меня такая вонь пошла, знаете, как будто возле костра. Ты неделю сидел, и от тебя прям вонища идет. Вот этим углем, дровами, всем полностью. Ладушки, всем вкусняшек, отличного настроения. Сказал, как дышится такой самый на данный момент. Это будет еще меняться, придут ветра, поменяется, как дышится таким воздухом. Угар, вонище, дым. Вся статистика. Очень неприятный рейтинг. Нехороший он сам по себе. Как есть. Вонище от меня. Зайдешь с улицы, вот постоял, пахнет. Вот как напитывается вся эта. Да. Ладно, с вами был Ильич. Всем вкусняшек и отличнейшего настроения. Из десятков тысяч городов на первом месте. По плохому рейтингу. Мы. Ладно, с вами был Ильич. Всем пока-пока, ничего хорошего нет. Плохой рейтинг. Меньше знаешь, по идее, крепче спишь, но все-таки. Где-то первое место все-таки.